Аудиокнига своими руками. Студия «Барабаны судьбы». Читает Александр Водяной. Валентин Гафт. Пес. Читает Александр Водяной. Отчего так предан пес? И в любви своей бескраен, но в глазах всегда вопрос: любит ли его хозяин? От того, что кто-то сек, от того, что в прошлом клетка, от того, что человек предавал его нередко. Я по улицам брожу, людям вглядываюсь в лица. Я теперь за всем слежу, чтоб как пес не ошибиться, чтоб как пес не ошибиться. Валентин Гафт. Пес. Читает Александр Водяной. Отчего так предан пес? И в любви своей бескраен, но в глазах всегда вопрос: любит ли его хозяин? От того, что кто-то сек, от того, что в прошлом клетка, от того, что человек предавал его нередко. Я по улицам брожу, людям вглядываюсь в лица. Я теперь за всем слежу, чтоб как пес не ошибиться, чтоб как пес не ошибиться.